страшно, и потом ты так начинаешь. Когда у тебя Ника? Днюха, у меня 16, и я. Хотя я не ем сейчас такое, но пусть лежит. Я тебе и корвалол могу вдобавок. Не, это такое не пью. Она такая гигантская. Я подарю тебе горы и море. You are nice cat. Thank you. Что? Я, вот, я говорю, единственный мдмс, который я всегда привозила из дютика, это ММДМС с соленой карамелью. Его нет у нас нигде в обычных магазинах. О, это вообще просто богическая вещь. Вот этот большой мешок. Пляж тоже. Но я жду. У нас есть соленый. Ну, его можно найти в таких магазах, типа мелких. Но вот так нет. Убери маску, без медведя типа лучше. А мне нравится медведя. И что делать? Нет путёвочек такого. Я тоже не видела. Да он врёт вообще. Нет там такого. Так сейчас буду девать. Спорим. Спорнём. На что? Не знаю, на что можно. Только не на деньги. Это неинтересно.
Буду делать вид, что я знаю текст. Нет, ну она что? Гош, а ты знаешь, что Сэм в Москве сейчас? Он тебе не звонил? Он был 2 дня и улетел. А чего он так быстро улетел вообще? Куда он улетел? Ты не виделся с ним, нет? Он просто звонил мне. Владикавказ. А чего он приезжал на 2 дня-то вообще? Странно. Странный вообще чувак. Hello, Issa. Ну вот он тоже мне позвонил, такой, типа, ночью вообще причем. Я в эфире вообще сидела. Он такой, типа, что делаешь, типа, давай встретимся. Приветики. Я бы надо заранее было хотя бы сказать. А, собеседование. А чё, куда он устраивается? Привет, Айди. Шо надо сядеть? Ну серьезно, Гош. Привет, привет, Артур. Что делал? Да дела какие-то. Ну ладно. Как-нибудь еще пройти. Ну да. Эскобахо. Что обсуждаем? Мы... You are sleeping. I'm tired. На 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 на. На на на. А ну где моя песня? В магазин хотел. В какой магазин ты ходил? У меня, короче, поняла, что вот я не могу ходить на улице очень обтягивающей одежде. Не могу. Чего не поняла? Ну, еще больше. Я в лосинах не могу ходить. Почему? А что тебе мешает ходить в лосинах? Не знаю. Я тебя вообще смотрю. Да здесь даже не в том, что смотрит, глазеет пристально. Просто бывают такие моменты, когда люди просто позволяют себе слишком многое в твою сторону. Ну, я не говорю про трогать там что-то, нет, конечно. Гош, а давай поедем в Макдак, а ты будешь в лосинах, давай. Я никому не скажу, что ты был в лосинах. Но если только ты сам этого не захочешь. Нормально проходит день. Of course, look at your pretty faces of Russia. Thanks. Ой, не вопрос, но есть одно но. Ну, про укупника я...